здании Сената, которое расположено ближе к Неве, сейчас находится Конституционный суд Российской Федерации. Над закругленной угловой частью его фасада возвышается золоченый крест. Здесь заново освящен храм Святого Александра. Такой же крест установлен над зданием Синода, которому возвращено его прежнее назначение. Здесь также находится президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина. Левее, ближе к нам, стоит здание, фасад которого украшен торжественным и строгим колонным портиком с двумя скульптурными группами юноши, укращающих коней. Это конно-гвардейский манеж, построенный архитектором Джакомо Кваренди в 1804-1807 годах. Впоследствии здание было реконструировано и в 1977 году здесь находится